школьный ортопедический ранец для девочки Скули, фея-звоночек. Ребенку очень понравится яркий сказочный дизайн этого рюкзачка немецкого производства с изображением феи. Производитель позаботился о правильном физиологическом развитии школьников. У этого ранца широкие регулируемые лямки, которые обеспечивают правильное распределение нагрузки. Задняя поверхность сделана из специального дышащего материала. Есть светоотражающие вставки, обеспечивающие дополнительную безопасность в условиях плохой видимости. Ранец оснащен тремя внешними карманами, двумя высокими боковыми и одним передним на змейке. Покрыт он водоотталкивающим покрытием. Низ плотный, уплотненный, очень удобный, вот с такой надписью. Эргономически удобный замок, он легко открывается, закрывается с блесточками. Ну и внутри, конечно же, есть наполнение. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Вот такой пенал школьный на молнии. Сюда входит простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, линейка на 16 см, ластик и точилка. Вот так здесь все сложено. На первое время самое необходимое есть. Также здесь кошелек на шнурке с фиксатором и отделом на липучке. Косметичка цилиндрической формы на молнии. Она без наполнения. И сумка водонепроникающая для обуви на шнурках с фиксатором. Все элементы наполнения выполнены в стиле рюкзака с изображением феи-звоночек. Ну и, конечно, брошюрка, которая есть во всех рюкзачках этой фирмы. Внутри два внутренних отсека и карман на молнии. А приобрести его вы можете в интернет-магазине «Медвежонок», город Киев.